Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Не секрет, что диагностическую карту можно купить без осмотра автомобиля. В принципе, исключить такие случаи призваны поправки, ужесточающие правила прохождения техосмотра. Они вступят в силу уже скоро. Кроме того, ГИБДД добивается наделения ее дополнительными полномочиями в отношении операторов ТО. Речь идет, например, о внезапных проверках организации и даже контрольных закупках. Плюс автоинспекторы собираются навещать пункты ТО, если автомобиль, недавно прошедший там техосмотр, попал в ДТП из-за технических неисправностей. Трасса 101. На федеральном уровне планируется закрепить взыскание от 1 до 3 тысяч рублей за брошенный надолго автомобиль. Таким образом, власти хотят бороться с автохламом во дворах. Мойка машины вне специальных мест обойдется в сумму от 1 до 2 тысяч. За парковку на озелененных территориях или проезд по ним можно будет получить штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей. До 5 тысяч за стоянку на детской или спортивной площадке. Трасса 101. В мае самым популярным новым легковым автомобилем в России осталась «Лада Гранта». Машина сейчас стоит от 466 тысяч рублей без учета скидок. Вторую строчку, по данным агентства «Автостат», заняла «Лада Веста» – минимум 645 тысяч. Бронза у «Киа Рио». Цены стартуют с отметки почти 800 тысяч рублей. В целом продажи новых легковушек в последнем месяце весны упали на половину. Трасса 101. Универсал Audi A6 нового поколения будет стоить в России от 3 миллионов 311 тысяч рублей. Заказы уже принимаются. В список стандартного оборудования входят, например, круиз-контроль, обогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, передний и задний парктроник, светодиодная оптика. Вариантов двигателя 3 – бензиновый, двухлитровый, 190-сильный, дизельный, двухлитровый, 190-сильный и дизельный, трехлитровый с отдачей 249 лошадей. В последнем случае начальный ценник переваливается за 4 миллиона. Трасса 101. «АвтоВАЗ» не будет обновлять «Ладу Весту» в этом году. Премьеру перенесли на 2021. Как сообщалось ранее, у машины, в частности, должны появиться светодиодные фары и усовершенствованная мультимедийная система. Последней крупной доработкой «Весты» стала установка 113-сильного бензинового двигателя объемом 1.6 альянса Renault-Nissan. Мотор работает в паре с вариатором японской фирмы «Джатка». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.